Дарола Геркил. Ахи Болагувдянгаун Эведи Туренме. Ахи тема Культура Эведи Инин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать эвенкийский язык. Тема урока Материальная культура эвенков. Аядолсяткалу Дукукалу Омактала Турерва. Слушайте внимательно и записывайте новые слова. Кухонный тыгл, кухонный тыгл, кухонная утварь, тыгарук, тыгарук, ящик для перевозки бьющейся посуды, каларук, каларук, сумка-плетенка для перевозки котлов. Бучевун, бучевун. Плетенка из лиственных реек, на которых коптят мясо и рыбу. Туяски, туяски. Мешочки разного размера для хранения чая, соли. Ипкен, ипкен. Ункан, ункан. Ложка из дерева или кости. Сонгто, сонгто, сонгтоко, сонгтоко. Чайная посуда, чашка или стакан. Лэмбэке, лэмбэке. Лопатка для переворачивания лепешек. Калан, калан. Котел металлический, медный. Тыге, тыге. Чашка. Посуда металлическая, деревянная или берестяная. Гуявун, гуявун. Биток для сбора ягод. Уривун, уривун. Крюк для вынимания мяса из котла. Билла, билла. Черпак, ковш. Изготавливали из дерева или бересты. Асадыл и дегел, асадыл и дегел. Женские инструменты. Инме, инме. Игла. Чива, чива. Сухожильная нитка. Сикты, сикты. Бисер. Инмерук, инмерук. Игольница. Ик, ик. Чехол из лосиной кожи для хранения инструментов по выделке шкур. У, у. Скребок. Сидывун, сидывун. Инструмент для снятия шерсти со шкуры оленя. Баеды и дегел, баеды и дегел. Мужские инструменты и оружие. Энаки, энаки. Ножны. Пурта, пурта. Нож охотничий. Хуке, хуке. Топор. Бер, бер. Лук для стрельбы. Гарпа, гарпа. Стрела. Ил, тетива лука. Гидда, гидда. Копье. Кото, кото. Длинный тесак на палке для срезывания веток, сучков, заменяет в тайге топор. К этере палагувдями, а в город бедекеллу. На этом мы заканчиваем наше занятие. Будьте здоровы!